Александр Викторович, ну после игры в Полтаве, где такая развязка была не в нашу пользу, удалось ли команде вот сделать выводы, отойти психологически и подготовиться к этому матчу? Тут тоже был непростой матч. И в целом, как оцениваете итог вот этой части чемпионата? Ну, по поводу, да, очень неприятный был в игровом, не в игровом плане, а в плане счета матч в Полтаве, да, что мы, когда мы пропустили на последних секундах мяч, должны были вроде как бы выигрывать, а в один наш мальчишка выходил, не забил. И тут оборотка, и пропускаем мяч. Разыгрались, финальный свисток. Да, это обидно. Проигрывая команде 2-0 и сравнять счет, и могли вытянуть эту игру на победу, ну, не получилось. Сегодня, ну, если честно, то меня соперник очень удивил. Мы играли с ними в Харькове, обыграли их 3-1. Я не скажу, что нам далась легко эта победа. Ну, все-таки, мне кажется, она была полегче, чем сегодня победа. С 1-0 мы забили мяч. Ну, если честно, то очень тяжело ребятам было. Или они так настроились против нас. Мы, в принципе, идем очко в очко практически. Мы делим 5-6 место сейчас с командой, с этой «Динамо» Харькова. Я думаю, что они настроились так нас обойти. Ну, немножко у них не получилось, конечно, но меня они приятно удивили. Именно в бойцовских качествах. Может, в игровом плане где-то не так, да и у нас, в принципе, ничего не получалось в игровом плане. А вот в плане жажды игры, борьбы, то, я думаю, и та команда, я думаю, они были на высоте. Ну, какие эмоции используете? Позитивные или еще есть над чем работать? Чего больше, позитива или видите, где надо работать? Ну, насчет того, что где работать, то с ними нужно постоянно работать. Постоянно их совершенствовать. Ну, естественно, вот побольше бы таких матчей было, я думаю, что они быстрее бы росли и вырастали бы, ну, более квалифицированных футболистов, скажем так. Получше. Вот. По поводу того, что оптимизма, ну, понятно, что команда сегодня показала бойцовские качества, пусть даже как в комбинационном плане команда немножко, ну не как соперник позволял, так мы и играли. Но в качестве борьбы то мы довольно-таки неплохо выглядели против такого соперника. В этом плане, да, команда можно с оптимизмом смотреть дальше. У нас еще второй круг впереди. Я думаю, что недалеко мы оторвались от тройки призеров, поэтому, я думаю, все шансы у нас есть даже догнать и занять где-то третье место в своей группе на чемпионате Украины.